Здравствуйте, с вами Шурандвор Медведева. К нам часто обращаются с таким вопросом, как мы можем собирать черкесские или кабардинские седла на ленчиках, на казачьих ленчиках. Дело в том, что ленчики мы используем, да, в основе казачьи, но с доработками. Как видите, рукояти лук обшиты кожей, а не оплетены. Второй момент. Здесь выпущены традиционные на черкесских и кабардинских седлах вьючные ремешки или вьючки. Эти же вьючные ремешки выпущены из полок. Ну и самое главное, тебенек здесь стоит широкий. Они узкий, как на обычном казачьем седле. Все вместе в сборе это дает такой вид, что если ты не знаешь, что данное седло на ленчике, ты не определишь и будешь думать, что оно на деревянном рычаге. Но на ленчике цена ниже, и служить оно будет ничуть не хуже, чем деревянный рычаг. Поэтому ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. До свидания.